Добрый день, уважаемые участники! Я рада вас приветствовать на очередном вебинаре фонда Сколково. По традиции прошу написать в чате, хорошо ли меня слышно. Да, спасибо большое за обратную связь. Уважаемые участники, тема сегодняшнего вебинара – это отбор концепции мобильное диагностическое устройство в Сколково. В рамках сегодняшнего вебинара наши спикеры представят свою презентацию, а во второй части они ответят на все вопросы, которые вы сможете задать в чате, либо подключиться и задать вопросы голосом. А сейчас хотела бы представить спикеров сегодняшнего вебинара. Это Альберт Ефимов, директор IT-кластера по проектам, и Полина Коломенская, представитель кластера биомедицинские технологии. Итак, Альберт и Полина, вам слово. Спасибо всем за время. Всех приветствую. Полин, поприветствуйся. Да, всех приветствую. Очень рада, что мы все собрались сегодня. Тогда, Альберт, тебе слово, да, как договаривались? Да, хорошо, коллеги, тогда я начну с нашей презентации. Ну, как вы можете видеть, она называется «Инновации через технологические конкурсы». И, в общем, несмотря на то, что Сколково проводило уже много различных технологических конкурсов, они в основном все были построены по принципу отбора самого прекрасного проекта. Это значит, что выставляются просто различные идеи, проекты, из них выбираются наиболее интересные. Значит, в этом конкурсе мы пошли другим путем, и мы хотим объявить конкретную нишевую тему, которая может быть интересна многим слоям нашего общества, но тем не менее провести конкурс именно по техническому решению для данной конкретной, очень конкретной задачи. Значит, эта задача мы назвали так: разработка мобильного диагностического устройства. Давайте на следующий слайд тогда пойдем. Значит, почему нам кажется эта задача очень важной? Ну, прежде всего, идея об универсальном диагностическом устройстве, на наш взгляд, витает в воздухе. Многие уже об этом говорят, очень много пишут. Ну, буквально вот каждый день я встречаю ссылки по разработке того или иного устройства, либо платформы, связанной с диагностикой в том или ином виде. Однако универсальная, конечно, диагностика и самодиагностика пациента и потребителя – это пока еще не решенная задача. Значит, многие из вас знают, что примерно год назад X-Prize Foundation совместно с Qualcomm объявила конкурс, который они назвали Tricoder. Суть конкурса заключается в том, чтобы создать как раз такое универсальное диагностическое устройство, которое сумеет продиагностировать заболевания из определенного списка и также вести постоянный мониторинг. Значит, и третья важная предпосылка, на мой взгляд, это то, что в Сколково собираются фактически все компоненты для такого устройства. Ну, что это значит? У нас есть кластер информационных технологий, где есть как интеллектуальные платформы, обладающие интеллектом, так и различные сенсоры. У нас есть кластер биомедицинских технологий, в котором есть диагностика, в котором есть клинические специалисты, в котором есть различные сенсоры. Вот. И мы верим, что за счет синергии, вот, по крайней мере, двух основных кластеров, мы можем действительно создать это устройство, стимулируя таким образом междисциплинарную работу. Основная задача здесь, ну, с точки зрения фонда Сколково, это как раз и стимулировать создание успешных прорывных междисциплинарных проектов. Ну, собственно говоря, кластеров в какой-то момент, наверное, не будет, потому что будет одна сплошная хай-тек инновация, да, во всем Сколково. Поэтому чем раньше мы начнем вот создание такой среды для кроссфункциональных междисциплинарных проектов, наверное, тем правильнее с точки зрения всех. Иными словами, мы должны научить медиков и айтишников дружить между собой. Значит, ну, безусловно, конечно, можно немного говорить о том, что создание такого универсального устройства позволит решить многие проблемы медицины. Ну, прежде всего, доступность медицины в различных географически удаленных районах нашей страны и мира. А с другой стороны, это позволит также решить вопросы просто дефицита медицинских кадров. Да, в некоторых местах просто недостаточное количество специалистов.
Мы верим, что можно стимулировать партнерство между предпринимателями и научными работниками за счет вот такого конкурса, ну и удовлетворить растущий спрос на качественное здравоохранение. Что представляет себя конкурс Колково? Значит, мы объявили отбор, мы называем это отбор для того, чтобы просто избежать неких юридических коллизий, на разработку концепции для мобильного устройства диагностики заболеваний по определенному списку. Устройство, а точнее платформа, должна это делать независимо от профессионального врача, обеспечивать наилучшее удовлетворение пользователей, ну я потом чуть-чуть объясню это, и мы также вводим определенное весовое ограничение на само устройство. Разумеется, в этот вес не входит вес там, различных серверов, которые будут обеспечивать диагностику, да, то есть это, когда мы говорим о весе в 1,5 килограмма, мы говорим, безусловно, о весе самого гаджета и модулей этого гаджета, ни в коем случае, конечно, не вес всей технологической платформы, которая может несколько тонн занимать. Значит, призовой фонд – это 9 миллионов рублей. Мы рассматриваем этот призовой фонд как фактически такой грант нулевой степени для того, чтобы проработать концепцию и дальше уже работать над реализацией этого устройства в фонде Сколково. Ну вот сейчас уже могу сказать, что партнером нашего конкурса будут выступать два значительных учреждения. Это корпорация Intel, которая тоже учредит свою собственную номинацию по этому конкурсу. И Минздрав Российской Федерации также выразил желание, по крайней мере, присоединиться в жюри, войдет в жюри конкурса, и, возможно, еще они также захотят учредить свою собственную номинацию. И также от Биомед-кластера еще, возможно, будут некие фармкомпании, пока что ведутся переговоры, крупные, западные. Да, но об этом будет объявлено дополнительно. Значит, что устройство должно делать? Оно должно проводить диагностику заболеваний, да, по определенному списку, проводить мониторинг состояния здоровья, регистрацию различных медицинских показателей на постоянной основе. Оно должно передавать информацию пользователя о состоянии его здоровья и, ну, прежде всего, оповещать о возможной проблеме. Но вот аналогом является этого такой check engine, да, который есть в каждом автомобиле, и очень полезная функция. Значит, на этом слайде я показываю список заболеваний, здесь исключительно для сведения, потому что сейчас, наверное, в ходе презентации бессмысленно об этом говорить. Я думаю, что все понимают, что я айтишник, я не медик, то есть пояснять здесь по списку, наверное, у меня, может быть, не будет совсем корректно. Параметры мониторинга. Ну, тоже здесь вы можете посмотреть, они достаточно стандартные. В принципе, если посмотреть на рынки медицинских гаджетов, то вы увидите, что по всем этим параметрам есть в той степени гаджеты, которые реализуют этот мониторинг. Значит, остановлюсь на графике проведения конкурса. Мы уже начали прием заявок. На текущий момент поступило более 6 заявок, вот если быть точным, на вчерашний день. Завершение приема заявок на участие мы планируем сделать 6 июня. Значит, полуфинальный этап мы закроем 1 июля. То есть это значит, что документы на полуфинал должны быть сданы до 1 июля. Определение финалистов будет 1 августа. И эти финалисты должны представить свои финальные работы до 1 ноября. Финал конкурса мы планируем провести в декабре этого года. Организационный комитет, ну, сопредседателем его являются руководители кластеров Александр Туркот и Игорь Гаянин. Значит, в него также входят вот ключевые сотрудники кластеров. Мы будем также поддерживать экспертную панель, которая будет состоять как из организационного комитета, так и из экспертов кластера информационных технологий и биомедицинских технологий. Сейчас уже реализован сбор заявок и весь документооборот по отбору на нашем сайте через комьюнити. Ну, я знаю, что многие из вас уже этим активно пользуются. Ну, этот слайд, собственно говоря, показывает возможную архитектуру этого устройства, потому что очень у многих вызывает как бы вопрос, что это диагностику должен делать один гаджет. Ну, конечно же, нет, потому что это просто нереально было бы, наверное, говорить о какой-то диагностике в рамках 1,5 килограммов железа, пластика и силикона. Безусловно, это гаджет, который является всего лишь составной частью облачного решения мобильной диагностики. То есть это очень важно для понимания, и здесь, конечно, требуется, безусловно, хороший синтез медицинских технологий и айтишных технологий.
Вот, ну, наверное, я закончу вот нашу презентационную часть довольно быстро. Давайте, может быть, мы перейдем к вопросам. Я вижу сейчас с нами 52 участника, что, в общем, довольно много. Да, спасибо большое, Альберт. Уважаемые участники, сейчас действительно у вас есть возможность задать вопросы нашим спикерам. Мы переходим ко второй части вебинара. Напоминаю, что вопросы вы можете задавать в чате. Также вы имеете возможность подключиться к нашему вебинару и задать вопрос голосом. Сейчас расскажу, как это можно сделать. Вверху с правой стороны у вас есть функциональная кнопка. Она выглядит как поднятая рука. Соответственно, на нее не необходимо нажать, и я вас авторизую, но заранее прошу проверить работу вашего микрофона в меню настройки. Итак, я сейчас подключаю первого желающего, это Николай. Николай, добрый день, слушаем ваш вопрос. Николая не слышно. Николай. Николай, еще раз напоминаю, в меню настройки можете проверить работу вашего микрофона. Давайте следующий вопрос. Раз, два, три, меня слышно? Все, да, слышно, сейчас. Да? Алло. Да. Да, Николай, можно вопрос еще раз? Вопрос в следующем. У нас есть, да, есть прототип. И нам вот, изначально прибор был медицинским. То есть это было устройство ранней диагностики. Наше дело было следующее. Нам очень хотелось сделать устройство, которое будет полезно большому кругу пользователей. Вот. И у меня вопрос именно такой, что на что мне сделать упор? Алло? Алло, алло, да-да. На что мне сделать акцент при презентации? На медицинскую часть или на какой-то обзор рынка? То, что вот, то, что мы можем решить, что мы можем предоставить. Алло? Спасибо, Николай. Спасибо за ваш вопрос. Да, Полин, ты ответишь? Да, да, я, смотрите, я так подразумеваю, да, что до 1 июля вы могли бы в свободной форме, да, нам, безусловно, нужен доказательство, да, почему данная технология, это же должна быть инновация. То есть обзор рынка обязательно нужен, но как и на медицинскую, так и на медицинскую часть, опять же, нужно обе стороны, потому что эксперты в нашем конкурсе задействованы по обоим направлениям, причем достаточно ученые. Поэтому обязательно напишите, так как я так понимаю, что у вас уже продукт достаточно на той стадии, напишите, что у вас есть, а там уже по нашим правилам спрашивать все, что нам будет вполне интересно. Я чуть-чуть дополню еще Полину. Смотрите, наверное, у нас почему двухэтапный обзор, значит, так, отбор? Потому что мы хотим, во-первых, чтобы участники показали возможность реализации. То, что называется... Сейчас меня слышно? Да, вас слышно. Да, хорошо. Возможность реализации, что называется technical feasibility. То есть вы должны на первом самом главном этапе показать, как вы собираетесь реализовывать вот эту концепцию. То есть с помощью каких сенсоров, с помощью каких платформ, с помощью какой архитектуры. Вот это вот принципиальный вопрос. Потому что некоторые бизнес-сценарии, они действительно важны. Их необходимо будет описывать. Но я думаю, что это можно делать на этапе уже финальных бумаг, финальных документов этой концепции отбора. Потом, если посмотрите, вы действительно должны описать бизнес-сценарий. Поэтому сначала, я бы сказал, техническая часть, потом бизнесовая часть. Потому что бизнесовая часть более-менее очевидна. Совершенно не очевидна технологическая часть, которая касается как сенсоров, биосенсоров, так и архитектуры. Значит, у меня вопрос есть тоже, вот, тоже очень важный по 16 мая. Значит, 16 мая мы в буквальном смысле хотим поженить айтишников и медиков. Значит, мы ждем презентации каждого проекта, да, который хочет сказать, у меня есть сенсор, но у меня нет айтишников, которые мне помогут сделать диагностику в облаке. Значит, или наоборот, айтишники говорят, у нас есть интересная диагностическая платформа, но мы не знаем, какие данные сенсоров туда можно подтягивать. Я думаю, что вот
вот такого рода событие, оно очень важно, потому что на прошлом мероприятии, которое мы проводили на факультете фундаментальной медицины, как раз и была просьба со стороны многих, давайте устроим такое мероприятие. Вот, собственно, 16 числа мы его и делаем. Пока, я бы так сказал, что у меня 3-4 предложения есть по выступлениям. Не очень много, так что если здесь присутствуют люди, которые хотели бы пригласить в свой проект еще кого-то, ну, ради бога, пожалуйста, пишите. Так, значит, давайте так, мы будем по очереди, наверное, отвечать Полине. Угу. Полин, давай следующий вопрос. Да, уважаемые участники, я просто хочу еще раз напомнить, каким образом вы можете настроить ваше оборудование перед тем, как задать вопрос голосом. В меню настройки вы выбираете настройки микрофона и наушники, и там, пожалуйста, работает шум микрофона перед тем, как задать вопрос голосом. То есть там вы можете отрегулировать громкость вашего микрофона и также выбрать необходимое устройство, которое вы будете использовать. Итак, приступаем к следующему участнику. Следующий вопрос, вот я хочу физиологию. Александр, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, я прошу прощения, действительно, я сейчас такой нужен проект, я пока отключила этого участника. Прошу вас еще раз проверить ваш микрофон, и если, соответственно, используете колонки, то прошу использовать микрофон или наушники. Так, пока желающих на подключение голосом нет, можете ответить на какие-то вопросы с чата. Да, вот тут спрашивают по поводу смешивания физиологии и вирусологии, да, я вот уже написала в чат. Соответственно, можно, мы не настаиваем на том, какие непосредственные направления вы будете использовать в вашем девайсе, то есть, что вы хотели бы диагностировать. Более того, мы обязательно посмотрим на те девайсы, которые у вас получатся даже по одному из направлений, несмотря на условия конкурса. То есть, если у вас есть гениальная идея, как минимум отлично отработанная идея по кардиологии только или по другому направлению только, вы, пожалуйста, пишите заявку на наш конкурс. Как минимум такие устройства будут рассматриваться нашими партнерами конкурса и награждаться специальными призами. И максимум мы посмотрим, как мы будем с вами дальше работать. Такие устройства нам тоже интересны. Да, давайте я вот отвечу на вопрос, возможно ли писать приложение на уже существующий мобильный ОС. Наверное, возможно, то есть мы совершенно не против этого. Вопрос просто не в этом. Нас интересует на этом этапе скорее технологическая архитектура, а не конкретное мобильное приложение. То есть у нас не конкурс мобильных приложений по мобильному здоровью, да? У нас конкурс концепции на все решение, это очень важно понимать. Ну, Полин, собственно говоря, это сказала, но я бы хотел подчеркнуть важность этого. Значит, Татьяна Петрова, мы подавали заявку на конкурс, но подтверждение не пришло. Наш проект Гелиус. Ну, я возьму некоторый тайм-аут, чтобы проверить это. Может быть, в течение вебинара даже я сумею это ответить. Так. Потом следующий вопрос. Длительность и формат презентации на 16 мая. Тут, Альберт, вот, может быть, тоже ты лучше прокомментируешь. В принципе, свободный. Описать нужно то, что вы готовы предложить вашим потенциальным партнерам, кого вы ищете, да, в зависимости от того, кого вы ищете, айтишников, медиков. Как вы считаете нужным? Главное, чтобы было понятно. И время, ну, там, 10, сколько вам нужно? Ну, я думаю, это более чем достаточно. Тут мы не ограничиваем, будем исходить из ваших видений. На это мероприятие 10 человек. Значит, если там будет 10 человек, мы готовы дать каждому там буквально по 7 минут. Ну, действительно, нормально для того, чтобы рассказать о любой своей идее, да, и пригласить партнера к сотрудничеству. Если там будет 50 человек, то, наверное, мы ограничимся примерно минутой-двумя на одну команду. Зависит от того, сколько будет человек, но мы очень гибко просто на это смотрим, и никакого специального формата нет. Ну, надеемся, что у вас также будет возможность показать слайды, если это будет необходимо.
Вопрос еще есть, как поучаствовать в мероприятии. Нужно просто нам написать или на сайте зарегистрироваться, лучше на сайте регистрироваться, и просто приходить по указанному адресу к указанному времени. Мы ждем всех, никого не ограничиваем. И тут еще следующий вопрос от Романа Кононенко, если я правильно прочитала. Существуют ли аналоги? Что имеется в виду? О чем вы спрашиваете? Аналоги кого-то уже существующих проектов? Или поясните, пожалуйста, о чем идет речь? По поводу мероприятия, вот Александр Лучинин пишет, как будет проходить, опять же, по ссылке, которую вы видите в окне, сейчас я вам продублирую ее в чат, будут указаны время, место, как пробраться, вот Альберт тоже пишет, так что там все будет указано, пожалуйста, регистрируйтесь, все там можно прочесть. Ну, смотрите, Андрей, вы пишете, что вы разработали новую ультразвуковую технологию. Значит, это, возможно, интересно будет тем, кто собирается делать полное решение. Поэтому приходите 16-го рассказывать о том, что вы можете предоставить партнерам вот по такой команде, которая будет именно говорить о полном решении. Если вы еще, опять же, на нашем там сайте не выложили ваше такое предложение, вы, пожалуйста, выложите, потому что там мы видим, что люди находят друг друга, как минимум ищут и находят некоторые. Поэтому посмотрите, там могли бы выложить более подробную информацию по технологии. Так, на вопрос Евгения Соловьева я отвечаю. Значит, пожалуйста, перечислите критерии, которые будут предъявляться к описанию архитектуры. Они перечислены в документе, который там выложен. Ну, сейчас, наверное, не очень правильно будет их все обсуждать, но там есть четкие совершенно требования, что мы хотели бы видеть в описании этой архитектуры. Посмотрите, пожалуйста, в этом документе. Так, у нас есть желание задать вопрос голосом. Это Андрей, с вашего позволения, я тогда его сейчас подключу. Давайте. Андрей, добрый день, мы слушаем ваш вопрос. Слышно меня? Да, это Молотилов Андрей. Вот по поводу ультразвуковой технологии, которую мы разработали, она новейшая, в мире такой не существует. Скажите, какая презентация, сколько минут нужно сделать, чтобы было, можно было показать, что это такое? Я уже ответил, 16 числа вы можете сделать от 2 до 7 минут, в зависимости от того, сколько у нас участников будет в этом мероприятии. Вот и все. И сказать, чего, собственно говоря, ищете от партнера, потому что это очень важно. Кого вы ищете, вы сами хотите поддерживать команду, ищете партнеров, либо вы хотите стать участником чьей-либо команды с вашим сенсором. То есть вот это очень важно. Спасибо, Альберт. Уважаемые участники, напоминаю еще раз, как можно подключиться и задать вопрос голосом. А вверху с правой стороны у нас есть функциональная кнопка, она выглядит как поднятая рука. Соответственно, если у вас подключена гарнитура или микрофон, вы имеете сейчас уникальную возможность задать свой вопрос голосом, пожалуйста, если есть возможность подключиться. Да, уже. Извините, пожалуйста. Что-то есть вопрос? Да, есть вопрос, что в УЗИ мобильного, да, и Никита спрашивает, и Никита, не требуется специалиста для проведения исследования, вопрос. Никита, вот то, что мы уже обсуждали, вы попозже присоединились, по поводу специалиста, действительно, не должно требоваться никого, кроме единственного человека, который купит это устройство, чтобы им пользоваться, а как раз что в УЗИ мобильного, этого мы ждем увидеть от заявителей, а именно, возможно, результаты УЗИ могут тем или иным способом куда-то передаваться, как-то определенным образом обсчитываться и выдавать ответы, либо какие-то советы на то, что УЗИ найдет в человеке. Так что это вопрос к заявителю. Такие технологии существуют, и вопрос, как вы это представите, как вы это можете реализовать. Так, Никита, наверное, вам лучше подключиться. Вот смотрите, не требует специалиста для проведения исследования. Но, безусловно, конечно, для проведения любого исследования требуется специалист. Значит, речь идет о том, что на основании получаемых сенсорами данных диагностическая платформа может дать какую-то рекомендацию с определенной степенью вероятности. Да? Далее, действительно,
там, рекомендация может быть следующая. Обратиться к специалисту для детального исследования. Но это ни в коем случае не такая неполная диагностика, в том смысле, что платформа не может поставить диагноз. Так. Вопрос по поводу, можно ли делать, вот я сейчас написала, также трансляцию нашей встречи 16 мая. Для этого нужно специальное оборудование, при том достаточно серьезное, нет, поэтому это совершенно невозможно, потому что мы пользуемся любезностью факультета фундаментальной медицины МГУ. Это очень хорошее место, но оно абсолютно новое. Там даже нет, по-моему, интернета. Вот, там хорошо, там очень душевно, но трансляцию оттуда организовать просто нереально. Вот, значит, вопрос был от Александра Лучинина. Насколько важна демонстрация 3D-модели устройства, которая указана в требованиях к заявке? Нам, по-моему, если мне не изменяет память, там написано, что это хорошо бы иметь. То есть, если у вас есть 2D-демонстрация, в том смысле, что чертеж этого устройства, либо 3D-модель, ради бога. Если вы можете понести прототип этого устройства, как вы его видите, сделанный из бумаги, из дерева, я не знаю, из чего угодно, тоже хорошо. Но это просто дополнительные плюсы, которые добавляют экспертам и жюри понимание того, что вы собираетесь предложить. Так, есть у нас вопрос по поводу стоматологии. Можно ли использовать вот данное устройство в стоматологии? Мы не заявляем стоматологию как направление нашего конкурса, но, опять же, если у вас идея. Вы ее, пожалуйста, нам принесите, потому что в любом случае мы интересуемся разными. Если даже вы не попадете в формат данного конкурса, в любом случае это интересная вещь, мы с удовольствием на ваш вопрос отвечаем. Да, вот Вадим Шарай дает нам комментарий, что в состав ПО нужно включить экспертную систему. Ну, конечно, мы как раз об этом и говорим, что это должна быть максимально широкая экспертная система. Более того, результаты, наверное, которые получаются в этом диагностическом устройстве, должны также куда-то передаваться. То есть вот сценарии того, куда они передаются, начиная с социальных сетей и кончая в медицинские записи, которые, к сожалению, в России не стандартизировано, да, они также должны быть описаны, потому что наверняка там люди, которые занимаются этим вопросом, вот я уверен, что Никита Школовский, Корди очень хорошо там знает, куда можно передавать эти записи, да, они должны быть просто описаны в вашем предложении, что вы хотите делать дальше с этими данными, которые будут получены этим устройством, которые где-то могут быть сохранены. Так, вроде бы вопросы кончились. Чатя, скажите, да, пожалуйста, подключится вопрос, задать вопрос голосом. Александр отменил свой запрос. Странно, что он отменил, он опять запрашивает, сейчас я дам... Так, все. Да, я его подключила. Да, Александр, слушаю вас. Так, Александр отключился. Так. Возможно ли пригласить для участия в семинаре 16-го коллегу из Центра интеллектуальной собственности Сколково? Я боюсь, что к такому нужно готовиться более серьезно, и до 16 числа они вряд ли успеют. Но это хорошая мысль, мы привлечем их на следующее мероприятие. Спасибо за идею. Какие-то вопросы конкретные в дальнейшем, пишите нам, мы постараемся не семинар, решить этот вопрос. Не, ну, если есть какие-то вопросы по конкурсу, всегда можно найти нас. Я пишу свой адрес. Значит, Полину тоже можно найти, она сейчас напишет свой адрес. Вот. Вопрос от Александра непонятен. А если общий концепт разработка оплатится, что имеется в виду? Можно ли пояснить? Да, видимо, как-то не очень доработана концепция, и нет денег на прототип или что-то. Да, поясните, пожалуйста, да. Так,
Ну что же. Всем все понятно или всем все непонятно? Давайте какую-то обратную связь, ребят, нам дайте, чтобы мы понимали. Да, Александр, совершенно верно. Таких разработок много. Но вопрос в том, что они должны быть объединены. Это первое. А второе, то, что они должны давать не просто сырые данные. Мой пульс такой-то, да? Частота моего дыхания такая-то. Значит, у меня там что-то еще отмечено. А в том, что они должны предложить какой-то диагноз, самооценку здоровья. А не сходили бы вы к кардиологу, потому что что-то в последнее время сердечко у вас пошаливает. Вот что должно быть. Вот это пока еще не реализовано. Вот это, собственно говоря, очень важно. Или, допустим, это как второй вариант, допустим, это устройство будет напрямую связано с врачом. И уже врач видит какие-то показатели, делать диагнозы, но это опять должно быть прописано в конце, как будет внедряться, допустим, систему клиники и прочее. На самом деле мы просто хотим еще раз подчеркнуть, что применений для такого рода устройств возможно много, и задача участников, собственно говоря, предложить вот эти сценарии применения. Значит, вот вопрос поступил. Диагноз должен поставляться автономным устройством непосредственно или может отправляться, например, на мобильный телефон? Не совсем понятно все-таки, что вы имеете в виду. Это не, еще раз, не автономное устройство, оно действует в составе платформы, да, которая делает выводы на основании данных сенсоров. Значит, куда оно потом будет отправляться, это ваш вопрос. Вы можете сказать, ну, может отправляться на мобильный телефон, кому? Потребителю, доктору, я не знаю, данные о состоянии здоровья моей мамы должны отправляться, например, мне. То есть здесь много самых разнообразных вариантов. Это вы их предлагаете. Это не то, что вот мы говорим вам, как это должно быть. А вы нам просто даете ваше понимание, и дальше уже мы решаем, какой из них является наилучшим с точки зрения пользователя, а с другой стороны является реализуемым. Да, вы должны предложить реализуемую архитектуру. Ольга Некрасова, как можно посмотреть список уже зарегистрированных проектов, чтобы приборы не повторялись? Сейчас я кину, во-первых, ссылку вам на этот форум, где, собственно говоря, происходит общение участников. Вы можете там посмотреть и там все это увидеть. Странно, что вы просто не видели этого раньше. Альберт, а вот еще, если пишет этот вопрос насчет архитектуры, посылки, какое-то описание. Я думаю, что Евгений, если вы пишете ваш электронный адрес или напишите нам адрес, то мы вам просто пришлем, если там есть, можете найти проблему. Не вам. Да, Полин, единственное, что я просто ничего не услышал из того, что ты сказал. Я реально плохо слышно почему-то иногда. Нет? Сейчас нормально? Да. Значит, вопрос тут у Евгения Соловьева по поводу того, что по ссылке не нашли оценку структуры концепции. Я предлагаю, чтобы вы написали себе, либо мне, и мы тогда ответим лично. И если выяснить, где там выложена информация конкретно, чтобы не путаться на сайте. Да, сейчас я просто вот кидаю в наши заметки. Вот я просто себе скопировал сейчас из этого документа. Это текст, который называют требованиями, там вы, собственно говоря, все это сейчас увидите. Смотрите, пожалуйста, повнимательнее, он выложен на... Так, Лев Кузьмин, уточните, пожалуйста, платформа включает в себя облако в вашем понимании. Смотрите, ну, платформа есть облако. Это облачная платформа в том смысле, что она стоит где-то в ЦОДе, да, и предоставляет определенные сервисы. Хранение данных, анализа данных, так далее, и так далее. А тут еще вопрос. Тимур написал. Альберт, ты не отвечал еще на многоканальный браслет? Да, опять же, надо... Представьте, пожалуйста, заявку, нам нужно посмотреть, что за концепция. Просто браслет, который регистрирует фокусы, там какие-то физиологические параметры, недостаточно для участия в нашем отборе. То есть этот браслет, если он существует, должен быть как минимум связан... Полина, тебя реально плохо слышно. Полина,
Сейчас слышно? Сейчас тебя хорошо слышно. Давай я отвечу Тимуру, я вижу его вопрос. Значит, смотрите, прототипы – это отличная штука, но просто ваш прототип должен нам рассказать, то, что вы сейчас вот предлагаете, это просто свидетельство того, что вы можете сделать что-то большее. Нас интересует больше. Значит, многоканальный браслет, который там передает какие-то значения на мобильный телефон, это уже многократно реализованный гаджет в самых разнообразных вариантах, сценариях и так далее. Мы хотим другого чуть-чуть, да? А вы можете сказать, что на основе вот этого вы можете сделать еще вот это и вот это, вот это, но нас интересует именно вот то, что написано у нас в документе. Надеюсь, что Тимур, я ясно ответил на этот вопрос. Вот был вопрос, Микро, Александр, здравствуйте. Так. Отлично, пожалуйста, просто напишите, вот еще раз, я сейчас ссылочку эту дам на форум, вы напишите, что вы хотите поучаствовать в этом. И я уверен, что ваш сенсор не останется невостребованным, потому что реально очень хороший сенсор. Так. Чуть-чуть слышно. Мехди Талеб, ну вот снова тот же самый ответ, вот туда, на этот форум, опишите, что у вас есть и скажите, кто вам нужен. На форуме очень мало информации. Мехди, а какую информацию вы хотели бы там видеть? Ну, если мы не получаем от вас фидбэка относительно того, что вы хотели улучшить, нам очень сложно это просто улучшить. Что вы хотели бы, напишите там, что вам не хватает, потому что там есть, всегда есть возможность нам написать через наш онлайн-ресурс о том, чего не хватает. Если вы имеете в виду, что мало заявок, медиков или аптечников, соответственно, приходите на наш семинар 16 мая, пообщаться с теми, кто сейчас научается в нашем отборе. Да, значит. Тимур пишет. Вы говорили уже про поданные заявки. Их и хочется увидеть. Нет, боюсь, что это невозможно. Значит, Анатолий Борисов. Поданные заявки уже увидеть невозможно, но, собственно, я призываю тех, кто уже подал заявки, написать в форуме, кого вам не хватает, для того, чтобы другие видели о том, чего есть. Но в форуме никому не мешает писать всем остальным, кто еще не подал заявки, кто хочет стать участником проекта. То есть это можно сделать без подачи формальной заявки. Еще по браслету. Смотрите, ну, сложно понять, да, что за технология. Вы пришлите нам, либо заявку, есть. Опять же, напишите на наш форум, если у вас есть решение по браслету, у вас нет какого-то решения, посмотрим, как наши коллеги в нашем чате смогут вам сделать более подбор. 16-го приходите обязательно. Так, ну что же, мы вроде на все ответили. Да. Уважаемые участники, остались у вас какие-то вопросы к нашим спикерам, к Полине, к Альберту? Давайте так, в чате отметьтесь все-таки, кто собирается пойти 16-го. Да, уважаемые участники, кто пойдет 16-го, вы можете в чат поставить спичку. Угу. Вот смотрю. Да, хорошо, хорошо. Я вижу, участников будет гораздо больше, чем зарегистрировалось у нас в комьюнити. Я вас очень призываю к тому, чтобы вы все-таки зарегистрировались, чтобы мы видели, что вы пойдете. Потому что, ну, если будет там 5 человек, то мы вообще отменим мероприятие. Значит, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Можно по ссылке, которую Альберт отправлял, там
как в обычной сети. Значит, хочу ответить на важный вопрос Александра. Будет ли влиять на решение экспертов нахождение заявок в разных весовых категориях? У кого-то уже есть прототипы, у кого-то только идея. Да, безусловно, будет. Однако вопрос, понимаете, что за прототипы, что вы дальше собираетесь делать по развитию вот этого прототипа. Потому что, знаете, есть совершенно разные... Ну, короче, это будет решаться case by case. И веса относительно того, есть прототип или нет прототип, я не думаю, что он будет очень большой, потому что для нас важна ясность описания, ссылка на золотые стандарты клиники, потому что это очень важно, да, мы не хотим иметь всяких... я не знаю, там, безумных совершенно идей, типа вечного двигателя, торсионных полей, там, я не знаю, телепатии и тому подобное. Техническая реализуемость. То есть вы должны ясно понимать, как вы собираетесь использовать имеющиеся сейчас научно-технические достижения. Какие сенсоры уже вы собираетесь взять, ну, буквально с полок магазинов, какие вам необходимо разработать, на основании чего будете разрабатывать. Потому что если вы хотите сказать, что вам нужен там газоанализатор для чего-то, вы должны по крайней мере ясно показать физические принципы, на которых будет основан этот газоанализатор, потому что, знаете, тоже непростой вопрос. Да, адрес для регистрации уже неоднократно здесь появлялся. Вот, так что я надеюсь, что вы все-таки найдете время для регистрации. Но в любом случае он очень простой. md.sk.ru. Полина чуть-чуть ошиблась, да, в порядке? Да, yes. А я сейчас продублирую ссылку. Да, эта ссылка в блоке общей заметки. Вот, ну что, вопросов, я так чувствую, больше нету, да? У нас будет 16 числа, судя по всему, там интересное мероприятие. Значит, еще раз хочу обратить ваше внимание. Если вы хотите чего-то рассказать, пожалуйста, напишите в форуме о том, кто вы, айтишники, либо медики, и что вы хотите... Да, Святослав, я не хочу вдаваться в научные дискуссии. Ну, прежде всего, я не ученый, я простой айтишник, вот. Поэтому я не служу никому, разве что за исключением фонду Сколково и российскому государству, и, собственно говоря, российским инноваторам. Вот. Если у вас есть работающие интересные торсионные поля, да, ради бога, давайте рассмотрим этот вопрос. Ну, я ответил уже. Хорошо. Ну все, тогда, коллеги, давайте очень ждем и на нашем форуме ваши комментарии, ваши идеи. И да. Просто пишите, чтобы мы доставили, пишите вопросы. Хорошо, ну тогда, наверное, заключительное слово. Татьяна, значит, я себе записал про проект Гелиос. Пожалуйста, на почту мне сбросьте ваши координаты, чтобы в случае чего, если я не найду этого проекта, я мог с вами связаться. Значит, всех ждем 16 мая. Елена Лившиц передает все приветы, готовит плюшки. Все, тогда спасибо большое. Все, всего доброго. Спасибо за ваше время, хороших выходных. Спасибо. Да, спасибо большое, Альберт, Полина, за очень интересную презентацию, за ваши ответы. Уважаемые участники, напоминаю, что презентацию, которая была представлена в вебинаре, вы имеете возможность скачать из блока медиабиблиотеки. Кнопка для открытия этого блока находится вверху с правой стороны, выглядит как два листка бумаги. И также запись этого вебинара будет выложена, как всегда, на сайте фонда Сколково. То есть, если необходимо будет еще раз пересмотреть, вы сможете это сделать. Желаю вам хороших выходных, всего вам доброго, до свидания. До свидания.